Всем привет! Была у меня такая небольшая докупка по правильному питанию. Закончился у меня кефирный йогурт. И захотелось еще чего-нибудь эдакого в виде мюсли. Ну, как-то, знаете, по весне не хватает клетчатки, что ли, не знаю, вот именно такой сухой. Так, и, значит, начну с мюсли. Мюсли взяла вот такие вот обычные килограмм. А здесь большая, да, упаковка. Взяла по акции, стоили они 133 рубля за килограмм. А маленькая упаковка 280 грамм стоит у нас 56. Это я была в Магните. Значит, ну, сами видите, то есть килограмм, он получается гораздо выгоднее. 133 рубля, в общем-то, хорошая цена для килограмма. Так, дальше взяла свой любимый биобаланс кефирный. Сейчас, кстати, такая фигня рядом. Ну, думаю, видели в новостях по телевизору там или в интернете. Появился биобаланс фитнес или как-то так называется. Короче, его ставят на полку рядом с этим. Типа это одно и то же. Но в этом 0%, а в фите там 1%. И разница в цене почти 12 рублей. То есть этот у нас стоит 59,90. Одна бутылка, здесь 900, по-моему, 950 миллилитров, не помню, я уже говорила в каком-то из видео. А, вот, 930. Вот, а в том, по-моему, 900 миллилитров и 1% жирности, он стоит 68, что ли, 60. Короче, около 70. Имейте в виду, по сути, они ничем не отличаются. И даже этот 1% жирности, не думайте, что здесь 0. Здесь на самом деле где-то 1% и есть. Так что зачем переплачивать? Опять же, был вот этот вот продукт. Мне очень понравился. И стоит он гораздо дешевле, чем те же Актуаль и Мажитель. И тем более сейчас на него акции в Магните. Значит, стоил он мне 46 рублей 50 копеек за одну вот эту бутылку. Здесь 950 грамм. Вот. Мне очень он нравится и ничуть не хуже, чем те же Мажители и Актуали. Так, и что у нас осталось еще? Значит, Данон мне стоил 29 рублей вот эта вот штучка. На него сейчас акция. И греческий стоил 31,90. По объему здесь, по-моему, вот 170, а здесь, по-моему, 140. Да, вот 140. Вот, я посмотрела по составу, они, в принципе, ну, натуральные, ничего там, никаких крахмалов нету. Например, я хотела взять вот этот всем известный Profit, или как-то так называется, йогурт такой дорогой, он около 50 рублей за баночку стоит. Типа там белка в два раза больше, ну, 6% белка. Но, знаете, я почитала, там в составе крахмал. Я вообще не люблю, когда в молочку добавляют крахмал. Это как бы уменьшает ценность этого продукта вдвое, поскольку вы едите, ну, непонятно что. В этом... Не знаю, будет видно. Вот 4,6 белок в Даноне. В Савушкине. Сейчас посмотрим. Здесь белок. Их не фокусируется. Вот, аж 8 граммов. То есть вот это, конечно, покруче. В том, про который я говорила, в котором крахмал, там 6%. Вот, и, в общем-то, еще взяла авокадо, выбрала более-менее спелое, посмотрела в интернете, как их выбирать, то есть нужно надавить на мякоть пальцем, и она должна быть мягкой, когда вы его отпускаете, мякоть как бы возвращается вверх в исходное положение, это значит, что он спелый, вот это именно такой, вот я выбрала более-менее такой мягкий,
попробую, какой он на вкус. Потому что раньше я мягкие вот эти жирные авокадо не очень любила. Но вот прошлую покупку я показывала вам, я взяла авокадо, он был не очень как бы спелый, скорее недозрелый. Вот недозрелый мне понравился, он такой жесткий, сладенький, не знаю даже на что похож. По крайней мере вкус у него приятный. Вот, посмотрим, что с этим, может быть у меня действительно вкус поменялся, и я полюбила авокадо, только пока об этом сама не знаю. Так, и, собственно, напомню, значит, была я в Магните, и одна штучка, ну, они везде, по-моему, поштучно продаются, одна штучка стоила 47 рублей ровно, это по акции. А без акции он около 80 там стоит. Вот такой небольшой докуп по правильному питанию. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!